Всем привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале. И наконец-то, или все-таки, к сожалению, у нас сменилась фракция недели Корсара. То есть, когда у нас пешки апались сами. Ребята с 13-ми и выше Корсарами делали просто безумное количество урона. Я пытался на своем 12-м что-то сделать, но ни хрена у меня не получилось. Даже с русалкой там 16-й. Сейчас же мы имеем неделю темных владений. Каждая пешка на столе, которая является темными владениями, дает 40 маны при постановке. А это значит, что можно попробовать расчехлить культиста. Да, душня будет посильнее, потому что в душных колодах там 3-4 пешки на темное владение, и это страшно. Душить они будут очень быстро, очень сильно. Ну и мы будем жить долго, а там может даже на урон получится сделать больше стаков. Поэтому присаживайтесь поудобнее, кто кушает, приятного аппетита. Расчехлим своего культяпку с русалочкой. Кто использует код автора, огромное спасибо. Маленькая пауза, и будем начинать. Друзья, очень часто я на стримах и в чатике вижу, что ребята не знают, где закупаться в Рошаяле, поэтому для вас открываю маленький секретик. Ну, для кого-то он же не секретик. Существует сайт VK Play Shop 1.4.8, стандартный сайт, где вы можете купить, это официальный сайт разработчиков, любое предложение, которое, в принципе, захотите. Еще совсем недавно разработчики добавили приятный бонус в 10% бонуса при покупке на каждое предложение. То есть, если вы хотите купить 5500 кристаллов, вы покупаете предложение, плюс он идет 10%, то есть 550. Чтобы это купить, вообще ничего сложного не надо. Мы нажимаем тык-тык, выбираем свой ID в игре, выбираю свой ID. Здесь есть вариант ввести секретное слово, вы можете ввести мое секретное слово, я буду безумно благодарен. Когда вы вводите мое секретное слово и дальше оплачиваете покупку, мне приходит уведомление, я вижу сообщение, которое дальше вы можете написать здесь. Пишем «Ты молодец». Вот, я увижу, что «Я молодец», вы напишите, я увижу, и, в принципе, все сообщения, которые мне приходят, я вижу, и безумно благодарен, потому что для меня это прям огромная поддержка и мотивация для делания видео и стримов. Все, дальше нажимаем «Отправить», вылетает окошечко с покупкой, где мы можем выбрать любой удобный способ оплаты. Здесь есть Киви, здесь есть Сбер. Карты подходят некоторые белорусские, украинские, российские, в принципе, как хотите, так и платите. Вот. Ничего сложного, невозможно совершить платеж, но это у меня проблема, у вас все будет отлично. Всем спасибо и переходим к видео. Так, нашелся соперник, и это монах с русалкой. Монах с русалкой, 13-й призыв. Посмотрим, что у нас получится сделать, но, как видите, уже точки просто отвратительнейшие. Ни одна точка роста в центр нам не дропнулась. Поэтому с самого начала мы будем начинать набивать стаки. Два пересечения будем качать, третье оставим напоследок. То есть по максимуму сейчас буду засовывать дрядок в своих центральных культяпок. И посмотрим, что можно будет сделать. У него, кстати, куртка на скорость, но фракции темных владений здесь нету. Это хорошо, потому что играю я с мечом. И, ну, не хочется мне видеть, чтобы мне еще скорость атаки, если честно, резали. Так, это все мы скипнем. Дал я уже 3 манапа, золотой я пока не увидел. Это очень грустно. Надо сделать хотя бы одного Т7. Т7 я буду сразу делать в центре, потому что он будет, наверное, самым сильным. Я себя так постоянно успокаиваю. Так, 100 маны, за что? Да, вот смотрите, плюс 40 маны за каждую постановочку дается. И это максимально приятно. То есть стол мы уже быстрее в разы наращиваем. Амулет роста, конечно... Особо сильно смысла качать нету. Потому что он нам ничего не дает. Так. Надеюсь, сейчас после прожатия манапа появится золотая дриада. И потихоньку начнем делать Т7. Один Т7, второй Т7 или Т6, третьего Т5. Есть золотая дриада. Все, можно делать. Можно делать. Так. Просто нужно больше маны. За счет культяпок мана будет. Так, все, Т5 культа в центре мы сделали. И все, мана пока что закончилась. Вот этот вот быстрый старт, он нам, конечно, помог. Но дальше по стандарту все идет. Очень медленно, размеренно. Блин, ни одной точки в центре, это, конечно, ужас. 120% урона мы только за счет этого теряем, и монах от этого будет в плюсе. Куртку я взял на ману, то есть мы ему скорость атаки резать не будем. Куртка у меня без света. Поэтому это грустно. И у монаха, в принципе, никогда проблем не было с маной. На монахе на равновесии достаточно просто играть. Вы просто выставляете один крест, выкачиваете его полностью по глазам. По глазам выкачали, все, достроили весь стол. Параллельно у вас кто-то по-любому еще накопит глаза. Ну и все. Закрыли, и можно дальше просто стоять, копить сверки. На культе же немного по-другому все это будет двигаться. Прекрасно знаете, кто смотрел стримы. Культ довольно спорная пешка сейчас. Особенно, когда не падают точки. Очень сильно пешка зависит от точек.
И я постоянно от этого бомблю. Потому что любая пешка вот выставляется, то есть без разницы, какой колодой вы играете, вы можете выставить основную пешку в точку роста, в точку зевца, и все. А у культа выбора нет, ему надо, чтобы точки упали под него. А если точки не упали, все, счастливенько, напишешь, позвонишь. То, что мы сейчас и имеем. Три типа у нас будут без точек. И тут надо именно высокие ранги делать, накапливать глаза, очень много стаков. Нужно количеством стаков перекрыть недостаток наших точек, получается, роста. Не знаю, как это получится. Вот у него уже, кстати, 10 глаз. Это серьезно, это вторая волна, у него уже 10 глаз. И, блин, ну относительно высокие ранги. По-моему, он ну, не считает меня за соперника. Он так как-то вальяжно взял, раскачался, копирует только мечи. И это, наверное, правильно, потому что я всегда старался копировать дряд и сразу набивать стаки. Походу, надо было копировать мечи. Так, нам остается одна дриада, у нас будет Т7 культист в центре. Также я играю со щитом. Кто-то скажет, что можно было взять талант, чтобы съедались все пешки, но как бы нет. Щит все равно нужен, потому что русалка у нас там будет не вечная. Попробуем скипнуть третий меч. Точнее, второй. Ну вот. Сглазил. Сказал третий меч, сразу же мы его получаем там в точке, где он нам абсолютно не нужен. Так, давай. Понял. Так, чистим. Пробужденный здесь оставлю, пускай раскидывает. И хотелось бы закрыть пересечение на Т7. Перед трибуналом, блин. Хочется скипнуть, но нельзя делать, потому что ну, мы не накопим по-другому. Когда я играю на культах, глаза постоянно копятся вот кому угодно, лишь бы не им. Все, отлично. На амулет роста можно забить. Бесполезно это все будет раскачивать. Так. Т7 активный. Призывы прокручиваем. Единственный плюс наш перед ним, это то, что как бы мы имеем 15-го призыва. Мы ему будем резать крит урон и повышать себе, а он себе будет только урон, получается, бафать. Резать он нам ничего не сможет. Из приятных моментов. Так, и это что? А это значит то, что придется делать вот так. Вот так. Слушайте. Серьезно, кстати. Две золотых еще. Бам. Попробуем так сделать. Очень хочется мне еще одного Т7. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, третьего сюда. Отлично. А что мне надо, чтобы перевернуло? Мне надо, чтобы перевернуло и дало еще призывателя. Так, этого мы скипнем, хорошо. Крутись. Третий культ, съедаем. И придется разламывать стол. Это так. Вернуть, отлично. Это подскипнем. Блин, опять пробужденный. Неплохой причем. Капец, еще одна третья золотая. Понеслась подкрутка, мы обязаны это выиграть. Так. Что делать, когда такое творится? Еще один Т7, и у нас есть задел на четвертого Т7. Не, нормально, нормально, слушайте, можно хотя бы Т6 сделать, я думаю, остановиться. А дальше просто весь упор сделать в стаке. Так будет намного лучше. Так, дрядки. Сейчас мы сделаем Т4 и еще одну третью дряду, и у нас будет Т6. Уверенно, вот так. Третий призыв. Не, рисковать не хочу, не хочу еще одного Т7 сделать, по-любому понизится. Я очень много времени, очень много сил потрачу, поэтому просто так вот проскипаю. Зато буду уверен в том, что у меня будет сейчас больше стаков за счет того, что я уже начну акцент отдавать на стаке. И все. Все, двадцаточка есть. И дальше можно просто копировать культистов, набивать, разгонять урон. И опять же глаза, про глаза тоже не стоит забывать. Так, этого тоже можно пока что делать третьим. Отлично. Пузыри в центр полетели. Успех. Бам. Пока что нормально. К
Пока я даже не переживаю по урону. Оп. Все, закрылись у нас кресты. Остается скипнуть третий меч. И все, дальше можно разгонять все это дело. У него 16 стаков. Монах основной стоит. Хотя это ж колода на равновесии, здесь нет основного. Не, ладно, здесь есть основной, который на точке роста. С 10 глазами, он в углу. Я бы туда вряд ли выставлял. Не самая лучшая точка для этого. Еще третий. Я мискликнул. Спасибо. Я мискликнул. Ладно, давайте убирать третий меч. Четвертого призыва. И как же хочется, чтобы там что-то нормальное упало. Четвертый культ. Пойдет. Еще одна золотая. Рискну я, наверное, сделать все-таки Т7, если упадет. Мне надо две четвертых дриады. Одна, чтобы была золотая, одна обычной. Или такое не получится сделать. Или просто, да, просто так сделаю. 20 дриад уже, кстати. Прям очень хорошо идем. Отлично. 4-3 глаза. Более-менее. И не хорошо, и не плохо. Так, вот этого первого оставим. Пускай стоит. И все, дальше чисто пузыри, пузыри. Если пузыри будут висеть, урона будет много. Как только пузыри будут пропадать, у нас все. Минус урон, минус скорость атаки. Минус вся эта движуха. Все, теперь потихоньку можно призывов оставлять на босса, потому что мы их накопили. На босса будем прожимать. У него урона меньше, у нас урона больше. Все просто. У него тампон есть, он хорошо его будет бустить. Прям очень хорошо. Так. Так, пока что боссы маленькие, но мы все равно быстрее убиваем, потому что он очень далеко стоит, как я и говорил. От этого у него просадочка все равно будет. От того, что монах стоит далеко. Ну блин, здесь уже почти вся линия в 10 глазах. Нам надо поторопиться. Нам нужно больше стаков, обязательно. Так, все, отдаем сюда. Каждый стак нам дает 2% урона. Вот сделали бы 3, если бы сделали 3% за каждый стак урона, поверьте, культ бы, ну, начал жить нормально. Я жду, не дождусь, пока это произойдет, когда ребята поймут, что надо как-то реанимировать культа, чтобы он играл на высоком уровне. Вот те же самые, смотрите, 100 стаков, если вы сделаете 100 стаков на культа, у вас 200% урона будет. Если бы было по 3%, то это 300, это уже плюс 100% урона, это как раз таки тот урон, которого ему не хватает. Ну, просто так нужно сделать. Бам. Накидываем. Призыв. Отлично. Русалка все спасает, то есть на нас никакие дебафы не действуют, и я надеюсь, они не будут действовать, когда пойдут огнерыки и захотят понижать нам все это дело. На-на-на-на-на. Можно на самом деле немного мечей покопировать. Так. Десяточку добить, и прям вообще отлично должно быть. Белого урона пока что не особо хорошо видно, там мало, 63 тысячи. Но это от нехватки глаз, которые мы сейчас будем пытаться добивать. Они не хотят добиваться, они вообще не туда, куда надо летят. Ладно, давайте рисковать. Как бы не хотел я особо такие ранги на столе держать. Ну, а какой у нас выбор, правильно? Так, прожали. Погнали. Плюс глаза. Бам. Опа. Придется тут ряду сливать. Этих воинов сюда. 6 глаз. И первый, второй меч. Чуть-чуть нам мешают. Не, нормально, слушайте, очень неплохо он стоит, уже 30 стаков, хотя я думал, что такими темпами с копированием мечей он их не накопит. Уже можно ему закрывать стол, и в районе 100 б, я опять же не знаю, поживу ли я столько или нет, но он точно должен пожить с таким столом, неплохим столом 100 б. Блин, глаза абсолютно вообще куда-то не туда летят. На втором культе уже давным-давно есть 10 глаз. Почему центральная так плохо копит, для меня, конечно, загадка. Так, пузыри спали. Опасно. И поехали. Еще это можно отдать.
А вот это уже никуда. Понял. Переворот. Доворот. Сразу доставим, потом съедим. Все, отлично. 63. 63, понеслась. Пробужденный, как будто бы хочется его оставить. Немного. О, два пробужденных. Мы оставим, наверное, на босса, а после босса их соединим. И должно побольше полететь. Потому что, ну, я реально чувствую просадку. Просадка есть. Как только пузыри слетают, и все, это начинается страшная тема. Они перестают дамажить. Абсолютно. 130 миллионов с пудингом. Ну и все, вот он уже быстрее убивает. Вот, вот и все. Как говорится, бам. Почистился, плюс глаза. И смотрите, вот оно, то, о чем я и говорю. Оно не летит в центр, абсолютно. Абсолютно не летит ничего в центр. Как тут что исправлять, как тут что делать, я не понимаю. Культ это какая-то, ну, обосранная пешка. Я ее люблю всем сердцем. Каждый раз... Ну, я без комментариев. Просто потерял Т6, сейчас гроссмейстер может как бы игру закончить. От того, что моя русалка решила не защитить, и я решил почистить на миллисекунду раньше, чем должен был. Закрой, пожалуйста. Все, нормально, они хотя бы под бафом будут. Так, хорошо. Ладно, нам повезло в этот раз. Но больше может не повезти. 69 стаков, надо до сотки дойти. Следующий опять гроссмейстер. Чем выше гроссмейстер, тем опаснее. 10 глаз, что скажете? Будете вы у нас сегодня? Или не будете? Так, в центр не полетело. Можно так сделать. Перекинуть глаз. А, вот это была ошибка. У нас первых теперь нету. Теперь у нас нету первых. И что же делать? По знаменосцам уже проблема. Глаза я, наверное, не успею раскинуть. И что? Смотрите. 323 миллиона. Немножко нормально. По урону забафались и убили. В принципе. Особо без проблем даже. Так. Глаза. 10. Кстати, 10. Это успех. А, я его сразу заставила. Нормально. Ни в чем себе не отказывай. Бам, почистить. Так. Опа, пузыри мимо. Вторые пузыри перед боссом я не успею кинуть, если вирус кого-то... Так, я еще прожал призывателя. Не тогда, когда нужно. Бам. Это сюда. Это сюда. Так, ну что, верим в лучшее. Сейчас призыв откатится. Все, урон пошел. Там какие-то пузыри. Нормально. Давай. Меч. Два пробужденных. Глаза. Еще одна десяточка. Отлично. Полетели контрзаклятия. Давай, братуха, сейчас еще раз призывы подкину. Это суета. Это еще можно отдать. Рискнем, наверное. Это сюда. Опять не летят пузыри. И опять гроссмейстер. И опять гроссмейстер. Без пузырей. Ну это надо, короче, по-другому немного делать. Надо сразу скипать стол, потом прокидывать пузыри. Потому что что я жду? 15 пешек на столе. А как я собираюсь все это дело делать? Ладно, поехали. 558. Прожали. Ну, тяжеловато. Тяжеловато. Не успел он? Не, спасибо. Спасибо, что не успел. Так, все. Пузыри. Бедлам. Нормально. Бедлам вторым. Убьем. Ему, наверное, что-то насоединяло. У него как-то стол с той в моменте стал. Давай. Меч. Слышал тебя, родный.
Попробуем так. Ну и что? Придержу русалку. Перед самым бедлам пробую прожатие. Это можно. Что же выпадет? Так, ну он немножко подседает. Прожимаем. Вовремя. Ну, слушайте, не так все радужно, как хотелось бы. Это был почти переворот, кстати. Срочнейшим образом нам нужны глаза. Хотя это почти везде десяточка. ХЗ, ХЗ. Вот видите, как только пузыри все слетели, сразу и весь урон слетел. Так. Родный, может, все? Как считаешь? Так, кого-то там мы ему застанили. Только не в центр. Хорошо, пузырь сработал. Да, все, ему стол разломало. И вроде бы даже живем. Последний глаз нам в шестого остается. Сейчас я буду, ну, чиститься. Потому что нам надо соточку стаков добить. 80 тысяч маны, я не знаю, куда ее тратить по-хорошему. Вот, под пузырями вообще нормально. У него, блин, у него тоже, у него фулстол, чё? Фулстол закроет, у него есть первый? Или нету? Засирало что-то. Так, дальше. Ой, пудинг первым, кицуне. Сюда их. А как это убивать? Он-то, понятное дело, это убьет. Как я это должен убить? Так, два пузыря есть. Надо где-то потом нарулить третий. Так, третью дряду отдавать больше некуда. По урону бустанемся чуть позже. Еще успею прожать. На нахрен. На нахрен. На нахрен. Сюда. Как раз куча культистов. Надеюсь, получше будет чувствоваться. Полетело. Призыв. Немножко урона добавим. Кицуне, давай! Давай! Да, ну нет. Да, ну на смерть нет. Оп! База. Нормально. Залутали монаха сюда на культе. То есть у него русалка даже получше была. Копье у него 20-е, 15-е, русалка 4-й пузырь. То есть пузырь это прям имба. На русалку с 15-й тем более. Зарешал чуть-чуть 15-й призыв. Если бы у него был 15-й, мы бы тоже, наверное, грустили. Ну и все, а так, типа, куртка, я ему вообще ничего не резал, то есть там света не было, там он 25% маны терял, а нам он резал только 10% скорости. По урону 26b, вот на 26b мы его приговорили, но если бы у нас не было 15-го призыва, наверное, мы бы постояли до 50, а потом проиграли все-таки, потому что... Вот этот вот пару процентов, который режет призыв урону монаха, это прям чувствуется. Если их не резать, то он может стоять и 100, и там, как Влад, 250. Если, ну, если была куртка на скорость, еще он бы прям вообще намного раньше проиграл. Я просто боялся ставить куртку на скорость, потому что могли прийти душнилы и сделать больно. Поэтому я ее взял. По шмоткам меч. Мне кажется, что лучше меч. Но опять же, куча людей играет с копьем на темные. Поэтому, если вы хотите играть культом и у вас есть копье, а вы думаете, что меч лучше, не надо. Если есть 20-е копье, или вы готовитесь сделать 20-м, делайте его, и, в принципе, все будет отлично. Да, культом играть сложно, куча нюансов, куча моментов, но пешка это, как ни крути сейчас, все равно играбельная, можно ей что-то делать, а на низких, средних кубках, так тем более, ну, как-то переставить монахов 15-х, 13-х, это, не знаю, это тяжело все равно. Огромное спасибо, друзья, за просмотр данного видео. Пишите, что вы думаете по фракции недели. Хотя я знаю, что душнилы повылазят. И кто играет культистом, тоже о чем-нибудь напишите. Всем огромное спасибо, кто использует код автора. Безумно поддерживайте меня. Скоро будет розыгрыш. Кто не участвовал в розыгрыше, есть видео на канале. Я в закрепе оставлю. На 26 тысяч подписчиков будут результаты. Еще раз всем спасибо. Всех обнял. И увидимся в следующих видео.